Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня решил позаниматься, чуть-чуть заняться своим здоровьем. И хочу, чтобы вы обратили на вот это упражнение свое внимание. Это очень полезное упражнение для борцов. Я бы хотел, чтобы молодые ребята, которые занимаются борьбой, да и не только борьбой, обратили на это упражнение внимание. Это упражнение называется «Рывок». Нужно заниматься физподготовкой. А я, если честно, соскучился по этому упражнению. Я после 2012 года ни разу не делал. Вес небольшой, 100 килограммов, но все-таки вес. Поэтому еще раз хочу попробовать вам показать.